Халяль-индустрию в Башкортостане поддержали на межведомственном уровне. Соглашение о взаимодействии в рамках единой системы сертификации подписали руководители Минсельхоза, Минторга, Госкомтуризма, Министерства внешнеэкономических связей и Торгово-промышленной палаты республики. На сегодняшний день в реестре Центра развития индустрии халяль насчитывается около 50 башкирских предприятий. Наибольшее их число наблюдается в сфере переработки мяса. Основной задачей участников соглашения станет стимулирование производителей к сертификации продукции по стандарту халяль, что в свою очередь создает новые возможности для республиканских предприятий. Это действительно очень серьезная экономика. В России проживает около 25 миллионов мусульман. Это как что касательно внутреннего рынка. Что касательно международных рынков, то здесь мы должны обратить внимание на страны мусульманские страны с преобладающим количеством мусульман, которые с удовольствием принимают свою страну продукцию, которая должна соответствовать международным стандартам халяль. Ранее уже были подписаны соглашения, которые позволят осуществлять дополнительный контроль качества продукции, в том числе проводить тесты на наличие в них ДНК свинины и запрещенных нормами ислама пищевых добавок и антибиотиков. В Башкортостане халяль индустрию считают перспективным направлением развития экономики, в том числе для роста экспорта. Демографические прогнозы показывают, что через 30 лет число потребителей мусульман достигнет около трети мирового населения.